Дорогие друзья, ну, не все так гладко в нашей Лиге Смеха, как кажется на первый взгляд. Что хочу сказать. Значит, есть и резонансные события. Особенно оценка двух команд, которые проиграли в 1/8. Особенно оценка, была яркая реакция в соцсетях, в интернете, оценка команды «Сахара не надо», вы знаете, да? Вы знаете, мы люди актуальные, поэтому мы, собственно говоря, решили идти в ногу с резонансом. И специально для этой замечательной команды и таких команд в будущем мы подготовили новую рубрику. Такая рубрика «Верните сахара не надо». Рубрика называется «Нас засудили». Рубрика «Нас засудили». Я ничего не буду продолжать говорить на эту тему. Пожалуйста, обратите внимание на экран. Внимание. Ну вот опять, снова эти рубрики ваши. Хотелось бы сказать, что ну, мы сейчас заняты, к примеру, с Павлом, сейчас занимаемся скотоводством. Знаете, разводим таких лам, мне очень нравится. Павлу нравится, мне нравится, мы любим животных. Наташа, тебе есть что сказать? А, да, я поссорилась с подругой, мы больше не общаемся, ну, так сложилось. А, ой, извините. Мне нечего сказать. Ну, что, мы надеемся, что еще увидимся с вами. Всем спасибо, всего доброго. Когда-нибудь мы встретимся. Все, пока-пока. До свидания, до свидания. Пока-пока. Я никуда не спешу. Очень жалко, хорошая команда. Ну, что же вы все орете, женщина? Смотрите, ну, мы с удовольствием, ну, понимаете, но все-таки все было по делу. Ребята, чтоб в Днепропетровске ребят, нет сахара, ребят. Или что? Все было в рамках правил, друзья. Я прошу. Все было по делу. Все было в рамках правил. Я вас прошу. Я вас прошу. Как-то так. Ребята, вы заметили, как я проморозил ведущего? Меня просто не вставляет то, что он говорит. Сейчас все объясню. Просто каждый человек как замочная скважина. И чтобы этот человек для тебя открылся, нужно подобрать к нему ключевое слово. И тогда я откроюсь. Может быть, даже скажу, как я вышел таким. Мне подобрай. Подбирай, подбирай. Замечательная команда, с уникальным чувством юмора, прекрасной стильной одеждой. Мы вас любим. О, Боже. Владимир сказал слова для победителей. А ведь мы же проигравшие. Сейчас сюда придет инспектор по словам для проигравших. Здравия желаю. Я инспектор по словам проигравшим. Сейчас я вам выпишу штраф. Инспектор, давай, может, штраф не надо? Может, я лучше Владимиру слово дам для проигравших? Да. Для нас? Да. Ну, допустим, актерочку подтянуть. Актерочку подтянуть. Шутки не смешные. Шутки не смешные. Нудные. Мило. Нудное. Чистеньким надо быть всегда. Телевидение все-таки. Ребят, есть предложение. А может, просто скользкую комнату переиграем? Действительно, Сергей Анатольевич. А может, как-нибудь... Ну. Помоги, Соня, ну. Давай. Слабый старик уже. Простите, ребята, сделал, что мог. Игорь Ласточкин тоже говорил, что сделал все, что мог. По-моему, у нас удачный коллектив получился. Владимир, поздновато что-то мы вот усилились с тобой.
Мне кажется, это уникальный талант. Вот так вот выходить, абсолютно быть другими разами, но которых уже полюбила наша публика. Я еще раз говорю, команда «Сахара не надо». Мы вас поздравляем и нашу Лигу смеха мы поздравляем, что вы у нас есть. Мы вас провожаем под бурные аплодисменты в зал. Ребят, спасибо вам большое. Яркое начало, и костюмчик наконец-то мне подошел. Ребят, если вы не против, мы начинаем, окей? Okay?